Наталья Комарова посетила стойбище в Нефтеюганском районе. Губернатор обсудила с коренными жителями вопросы доставки продуктов питания и участия во всероссийском голосовании по вопросу одобрения поправок в Конституцию Российской Федерации. На территории родового угодья находятся 4 домохозяйства. Семьи Анатолия и Вячеслава Каюковых, Любови Ерсумовой ведут традиционный образ жизни. Занимаются охотой и рыболовством. Представители народа Ханты рассказали, что изучили поправки в главный документ нашей страны. Добавлю, в Югре 1866 человек проживают в отдаленных и труднодоступных местностях. Все они проголосуют досрочно. Этот процесс начался 10 июня. Проголосовали уже 88 человек. Возможность принять участие в этой процедуре с обязательным соблюдением противоэпидемиологических мер будет у всех коренных жителей округа. Для этого задействована авиация, водный транспорт и внедорожники.